Накануне вечером на 389-м километре федеральной автодороги Лена произошло ДТП. Всех пострадавших доставили в приемный покой Нерюнгринской ЦРБ. Вот что нам сообщили в медицинском учреждении. Выехали две бригады скорой медицинской помощи. При прибытии выяснилось, что в ДТП участвовали три автомобиля, два грузовых автомобиля и микроавтобус. Шестеро пострадавших имеется, значит, да, мужчина 51 год, водитель грузового автомобиля и семья, которая ехала на микроавтобусе. Они все доставлены в травматологическое отделение, к нам в приемный покой Нерюнгринской ЦРБ. Им оказана помощь. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.